же этот снег надоел. Тик, а тебе идет? Уже весна кончается. Такая холодина. Ага. Я тоже по солнцу соскучился. А я по цветам. Солнышко, а ну-ка, грей сильнее. Так оно тебе и послушает, как же. А когда-то были в тайге те, кого солнце слушало. О, правда? О, как интересно. Расскажите, мапа. Идите за мной, детки. Солнечный народ. Красотища-то какая! Мапа, а это кто? Это солнечный народ. Какой-какой народ? Солнечный. Жили эти звери в тайге очень давно. И говорят, произошли они от самого солнца. В холодные времена, когда солнце переставало дарить земле тепло, посылали они избранного, самого сильного и ловкого из своего племени, чтобы поговорил с прародителем и попросил его греть лучше. И солнце его слушало. Мапа Пандига, а как же они с солнцем разговаривали? Оно же высоко! Лежит за быстрой рекой, да за большой трясиной, долина гейзеров. А в долине той волшебный солнечный камень. Через него и разговаривали. Мапа, а где сейчас этот солнечный народ? Никто не знает. Кто-то говорит, что ушли они из этих мест. А кто-то верит, что по-прежнему солнечный народ среди нас. Просто забыли о своем солнечном происхождении. Глядите, а по-моему этот избранный на Лео похож. И правда, похож. Ладно, детки, пойдемте, зябко что-то. Лео, ты это, чего сидишь? Давай с нами, в догонялки. Тик, я все про этот солнечный народ думаю. А ты на бегу думай. Когда бегаешь, теплее. Да послушай ты. Вдруг леопарды и есть солнечный народ. А я избранный. Ты избранный? Ну а что? Ты же сам сказал, что тот на картинке на меня похож. Ну, похож. Значит, мне надо в долину гейзеров идти. Солнечный камень искать. Лео, идти в долину гейзеров очень опасно. Ребята, да поймите же вы, если я избранный, я должен поговорить с солнцем, иначе лето никогда не наступит. Избранный ты или нет, а мы это, одного тебя не отпустим. Да, Тит прав, мы идем с тобой. Я в эту воду не полезу. Сейчас, сейчас. Я что-нибудь придумаю. Плот! Ну, Куба, ты голова. Лео, ты чего это? Прыгай на плот. Ты забыл, Тик? Я же избранный. Я должен... Ой! Дойти до солнечного камня сам. Ребята, все в порядке. А вот и большая трясина. Может, трясина того застыла от холода? А! Не застыла.
Лео, ты куда? Я перепрыгну. Лео, не глупи, давай с нами. Вместе надежней. Ребят, не бойтесь, я же избранный. Я один справлюсь. Ух, если этого солнечного камня не существует, ты меня обратно на себе понесешь. Лео, ты там поосторожней. Все хорошо, я справлюсь, я же избранный. Все хорошо, когда ты дома, и мама на обед зовет. Лео, ты скоро? Так, хватит валяться, вперед. Так, сейчас Лео вскарабкается на свою каменюку. Солнышку привет передаст и домой. Ребята, а как же гейзеры? Да что еще за гейзеры? Ерунда! Мама не говорил, кто они горячие! Солнечный камень! Вот он! Лео, погоди! Ау! Ай, какие они горячие! Лео, берегись! Яра, я избранный, я что-нибудь придумаю! Лео, ты и старался, но это тут правда не пройти. Да ну его, этот камень! Пойдем домой, а? Ребята, вы идите, я вас догоню. Я должен. У меня получится. Ты уж извини, Лео, но, похоже, сил одного избранного тут недостаточно. А вместе справимся. А ну, поднажали! Ну, Лео, вот твой камень. Давай. Лео, давай скорее. Проси у солнца тепла. Нет, мы должны все вместе. Раз, два, три. Солнышко, грей сильнее. Пожалуйста, мы все тебя просим. Просили, и все засветилось. А когда мы вернулись, все уже расцвело. Молодцы! То-то я гляжу, припекать стало. Это все Лео придумал. К солнечному камню идти. Спасибо, друзья. Если бы не вы,
Я бы один не справился. Да, дети, как говорят, один без друзей, что дерево без корней. Что одному не под силу, вместе преодолимо. Плохая примета. Честно, опять ты меня нашел. Я так больше не играю. Смотрите, смотрите, Куба Спайка нашел. Ой, я не могу. Спайк прятаться не умеет. Чего? Это кто еще не умеет? Вот я вам сейчас покажу. И тебе тоже, свинья. Черная лягушка! Да чего это? Вы что, не знаете? Встретить черную лягушку – это к несчастью! Черная лягушка! Черный ячур! На крыше! Черная лягушка. И что? Это же просто примета. А мы в приметы не верим. Ладно, нам пора. Пойдем. Глядите, как прихорашивается. Ой-ой-ой. Да ну вас, ничего вы не понимаете в красоте. Куба, ты в порядке? Лео, а вдруг это того? Примета сбывается. Что еще за примета? Да, на Кубу черная лягушка прыгнула. А Спайк сказал, что это плохая примета. Черная лягушка? Вообще-то есть одна история. Про болотное чудище. В темном-темном лесу. В страшном, страшном болоте сидело злое-призлое болотное чудище. И всем вокруг приносило несчастье. И решил добрый дух тайги наказать болотное чудище и превратил его в черную-черную лягушку. Но
Но даже лягушки продолжают чудище болотное лесным жителям несчастье приносить. Это что же? Куба и правда? Да вы не переживайте так. Говорят, примета только один день действует. А если до утра с Кубой ничего не случится, то потом уже можно не бояться. А? С ним ничего не случится. Мы Кубу охранять будем. Тик, гляди в оба. Гляжу, Лео. Кстати, я вдруг еще одну примету. Куба, выплюни! Вдруг они прошлогодние. Есть такая примета. Кто прошлогодний желудь съест, у того дуб на голове вырастет. Я от сороки слышал. Правильно, Куба, лучше не рисковать. Завтра поешь. Стой, Куба! Куба, Куба, в грязи купаться нельзя. Ты что, про слово духа забыл? Точно! Наверняка он там притаился. Куба, осторожно! В траве могут быть змеи! Не бойся, Куба! Мы с тобой! Мы тебя в обиду не дадим! Смотри, Куба! Солнце садится! Завтра примета перестанет действовать! Осталось только чуть-чуть подождать! Да, я тут одно безопасное местечко знаю! Молодец, Тик! Хорошую пещеру нашел! Тут с Кубой ничего не случится! Конечно! А ты слышал историю про пещерного монстра? Нет, Тик, он точно где-то тут. А потом монстр как? Прыгнет! Куба! 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 Стой! Куба, остановись! Куба, стой! Куба, стой! Куба, стой! Примета. Придется ему до конца дней в яме сидеть. Тик, нужно звать Мапу Пандига на помощь. Так, так. Черная лягушка, говорите? Ну да, плохая примета. Как же такая маленькая лягушка смогла загнать нашего Кубу в яму? Это не лягушка, это он сам. От страха туда упал. Это кто же его так напугал? А и правда, кто?
Чего ты, Лео, на меня так смотришь? Тик, а ведь это мы Кубу своими страшилками запугали. Детки, вы со своими добрыми намерениями протоптали другу дорожку в яму. Вообще-то, из-за этих примет я уже и сам всего бояться начал. Прости нас, Куба. Ну что, может, в прятки? Плохая примета. Тик. Надеюсь, они не прошлогодние. Тик. Да ладно, я шучу. Таёжный патруль. Я вот иногда думаю, Лео, какая же наша тайга большая и красивая. Это точно, Тик. А вот интересно, есть же и другие страны. Конечно, есть, дети. Мапа Пандига, а расскажите что-нибудь про другие страны. О, это очень интересно. Есть, к примеру, земля, в которой снега никогда не бывает. Еще скажите, что там полосатые олени водятся. Водятся, только не олени, а лошади. Вот послушайте. Земля эта Африкой зовется. Много там чудных животных. Великан с лапой вместо носа. Зубастая ящерица размером с хорошее бревно. Зверь с такой длинной шеей, что может листья в самой верхушке дерева достать. И хоть с виду они другие, а все равно на нас похожи. Так же, как мы дружат, так же землю свою любят. А бывает, что и в беду попадают. Так вот, слышал я, что на такой случай у них в Африке особая команда героев есть. Зовутся они хранителями. Если кому-то из зверей помощь нужна, они тут как тут всегда выручат, всегда помогут. Слава о хранителях по всему свету ходит. О, здорово, наверное, хранителем быть. Вот жил бы я в этой, в Африке, сразу бы в хранители пошел. Тик, а зачем нам Африка? Давай тоже такую команду соберем. Здесь у нас, в тайге. Фу, Лео, вот это ты здорово придумал. Лео и Тик, хранители тайги. Нет, Тик, хранители уже есть. Нужно другое название придумать. Что-нибудь наше, таежное. Так может это, таежный патруль? Ха! Здорово! Таежный патруль спешит на помощь! Ой, не могу! Пятнистый с полосатым! Таежный патруль! Ой, нас бесили! Опять вы? А ну идите отсюда! Ой-ой-ой-ой! А все равно у вас ничего не выйдет! Опозоритесь только! Да-да! Не выйдет! Лео, а кому помогать-то будем? Мила, держи.
Ой, мальчики, спасибо! Мы теперь не мальчики, Мила. Мы таежный патруль. Так все мы говори. Идем, Тик, поищем, кому еще в тайге наша помощь нужна. Пожалуйста, дяденька змея. Только мы это, не детишки. Мы таежный патруль. Надо же, а? Скоро все только и будут говорить об этих добрячках. Тьфу. А давайте их шишками закидаем, а? Нет, вот, есть у меня идейка получше. Давай, левее, хорошо? Привет, бро-бобро. Помощь не нужна никакая. Бобро за добро. Нет уж, спасибо. Сами как-нибудь справимся. Ступайте. Ладно, таежный патруль. Раз мы здесь не нужны, пойдем отсюда. Это вы таежный патруль? Ну тогда другое дело. Вон то бревно ставьте. Только аккуратнее. Ай-яй-яй-яй-яй! Какая же неприятность! А ну-ка идите отсюда! Холера таежная, а не патруль! Так вы таежный патруль? Мы! Кто ты еще? Какое счастье, что вы здесь! Осы на нашем дереве гнездо устроили! Мы теперь в дупло боимся вернуться! Помогите! Да запросто! Сейчас мы его перенесем! Спасайтесь! Помогите! Ой! Я случайно! Лео, все-таки здорово, что мы теперь таежный патруль. Нас теперь все в тайге уважают. Вам помочь? Мы доставим до самой норы. Мы же таежный патруль. Вы чего? Мы же помочь хотим. Бобры и белки рассказали, что патруль... Ой, патруль — это беда. Ой, ничего не понимаю. Мы разве белкам помогали? Тик, а я, кажется, понимаю, кто за этим стоит. Спай, а зачем нам ловушка? А вот зачем. Пятнистый с полосатым скоро здесь проходить будут. Тут-то их и ждет сюрприз. Спайк! Спайк! Тихо! Здорово я все подстроил, а? Теперь весь лес от таежного патруля как от огня бежит. Так я и знал. Опять ваши проделки. Ну, сейчас мы вам покажем. Самозванцы! Ха! А сначала догоните! Надо заманить их в ловушку! Эй, пятнистый патруль! Давай тебе вообще из тайги выгонят! Ах ты! Ну я тебе сейчас задам! В свою же ловушку и попались! Эй, патруль, где вы там? Помогите нам! Ну, пожалуйста! Да, пожалуйста! Нет уж! Подумайте над своим поведением. Эй, вы-то куда? Стойте! Не уходите же, ну! О, Мапа! Здравствуйте! Мы теперь таежный патруль. Герои!
Может, знаете, кому тут поблизости нужна помощь? Не знаю, дети. А, может, дух тайги подскажет. Ему все в лесу ведомо. Да как же он подскажет? Он же не разговаривает. Разговаривает знаками. Надо только знать, куда смотреть. Кому-то там нужна наша помощь. Спасибо, мапа Пандига. Таежный патруль, вперед! Патруль! Хотя бы какой-нибудь патруль! Вытащите нас отсюда! И кому тут помощь нужна? Фух, что-то я никого не вижу. Мы тут! Помогите нам! Не мешайте. Мы ищем, кого тут это... спасти нужно. Так ведь их и нужно спасти. Кого? Харс? Так это они же сами эту ловушку для нас подстроили. А мы их теперь спасать должны? Мы же добрые дела совершать хотим. А они только всем вредят. Оставить другого в беде... разве это доброе дело? Нет, так герои не поступают. Спать! А зачем вы Лео и Тигу мешали? Потому что все только о них и говорят. Да, какие они добрые! Да, какие хорошие! Мы тоже так хотим. А, все ясно. Лев, Тик, а возьмите-ка Спайка с братьями в свой патруль. Ну, не знаю. Возьмите, а? А мы будем хорошо тебя вести. Обещаем. Ладно, возьмем. Хоть у нас под присмотром будете. Молодцы, детки. Ну, тогда таежный патруль за дело! Доброе дело, оно и в Африке доброе дело. Так сам дух тайги говорил. Тайна сгоревшего леса. Попала, попала! Ура! Попала! Ну, Тик! А чего сразу Тик-то? Они это, неправильно играют. Верхом нельзя. Привет! Играете? А можно с вами? Чур, я в команде с Милой. Ну нет! С тобой 3-2 будет! Это уже совсем нечестно! Ничего, Тик, пусть играет! А мы Мартика позовем! Вон он в траве! Ночь пришла, лишь шумит. Старый кедр говорит. Мартик, давай с нами! Не, я не могу. Мне шишки собирать надо. А зачем тебе столько шишек, Мартик? Это для важного дела. Пойдемте, покажу. Вот тут росла кедровая сосна. Она сгорела. А вот тут елочка. Тоже сгорела. Да, красный олень никого не пощадил.
это мое родное дерево. Пришла Аля шумит, старый кедр говорит: тише, ветки, не шушите, мартика вы не будите. Спи, бельчонок, засыпай, свои глазки закрывай. Баю-баю, птички пели, прилетела колыбели, чудище лесное. Но оно не злое, сон волшебный позовет, и с собой тебя возьмет, и покажет дивный лес, нем полным-полно чудес. Звери все угомонились, в речке рыбки затаились, наступила тишина. Над тайгой взошла луна. Эту колыбельную наше дерево пело. Дерево пело? Честно-честно, я ее в шуме листвы слышал. Мартик, а шишки-то тебе зачем? Для семян. Я их соберу много-премного, посажу, и наш лес снова вырастет. Так бы сразу и говорил. А то придумал какое-то поющее дерево. Куба, ты давай это, ямки копай. Лес сажать будем. Тик, погоди. Новые деревья знаешь, сколько расти будут? 100 лет. Но должен быть способ побыстрее. Нет, детки, такого способа я не знаю. Но зато знаю одну легенду. Давным-давно это было. Спустился с неба в тайгу огромный красный олень и заполыхал весь лес. Таким сильным было пламя, что даже сам дух тайги испугался. Спрятался дух в последнюю шишку на самой вершине самого высокого кедра. Стал кедр к небу тянуться, чтобы духа тайги спасти. Не смог красный олень добраться до шишки и отступил. Раскрыл кедр шишку, разлетелись семена, и там, где они в землю падали, лес на глазах подниматься стал, потому что шишку ту дух тайги волшебной силой жизни наделил. С тех пор этот кедр и стоит. И прозвали его Великим за то, что тайгу уберег. Вот такая история, детки. А я думала, он великий, потому что большой. А он, оказывается, всю тайгу спас. Надо как-то до самой высокой шишки добраться. Вдруг она тоже волшебная. Может, лучше обычные семена посадим? А Тик боится? Ничего я не боюсь. Тик, не трусь. Заберемся как-нибудь. Когти нам на что? А если ветер? А давайте лучше мы эту шишку камнем собьем. Ребята, смотрите! Еще немного! Волшебная! Ура! Молодец! Ура! А что дальше-то делать, Лео? Развеем семена с вершины самого высокого дерева.
как в легенде. Тогда они по всему сгоревшему лесу разлетятся. Здесь самое высокое мое родное дерево. Чудище! Бежим! Берегись! Ой-ой-ой! Мартик, ты не говорил, что у тебя там живет такое... Его там раньше не было. Оно, наверное, от пожара завелось. Видели, какое черное? Точно! Это, наверное, пепельное чудище. Оно не хочет, чтобы мы семена волшебной шишки посеяли. Что же нам делать? Мы его победим! Вот так, вот так, вот, вот! Не, силы с таким огромным чудищем нам не справиться. Но у меня есть план. Эй, чудище! Смотри, что у меня есть! Волшебная шишка! Попробуй-ка, отними! Вау! Что, не волшебная? Ха-ха! А волшебная-то у Мартика! Мартик, давай! Ой, как высоко! Мартик, осторожнее! Ай! Ай! Ой-ой-ой! Прилетела колыбели, чудище лесное. Но оно не злое. Сон волшебный позовет. Не бойтесь, это дух дерева. И с собой тебя возьмет. Я узнал его. Слышите? И покажет дивный это лес. Это его колыбельная. В нем полным-полно чудес. И правда? Поющее дерево. Как красиво! Ура! Ух ты! Красота! Ура! Мое родное дерево! Лес так быстро ожил! Ага, чудеса! Любое чудо возможно, если что-то очень сильно любишь. И еще неплохо иметь волшебную шишку. Ну, Куба, хватит валяться! Давай играть! Влюбленный Куба. О, смотри!
смотрите, свинка! Что-то я ее раньше не видел. А я ее знаю. Это Лада. Ее семья недавно в нашем лесу поселилась. Ха-ха! Кажется, наш Куба того влюбился. Ах, любовь, любовь. Вижу, друг мой, сердце твоего коснулось прекрасное чувство. Позволь рассказать тебе одну историю. Когда-то давно жила принцесса-лебедь, настоящая красавица, и добивались ее руки трое женихов. Первый нырнул на дно моря и достал жемчужину. «Смотри, как я умею нырять! Я самый лучший!» Второй залетел на самую высокую гору и принес оттуда драгоценный камень. «Смотри, как высоко я летаю, принцесса! Самый лучший — это я!» Стал третий лебедь думать, какой подарок сделать принцессе. Долго летал он в поисках достойного подарка. Совсем отчаялся, но однажды, пролетая над поляной, увидел подснежник. Подарил он этот подснежник избраннице и сказал, что лишь первый весенний цветок достоин ее красоты. И принцесса сделала свой выбор. Отдала свою любовь третьему лебедю, потому что он, в отличие от других, не о себе думал, а о ней. Так чего? Я не понял. Кубе надо девчонке подснежник подарить? Так ведь поздно для подснежников. Дело не в подснежниках. О, не робей, а просто подойди к избраннице и сделай что-нибудь от чистого сердца. Куба! Стой! Легенды — это, конечно... Хорошо, но ты ведь у нас это, не лебедь. Кто же в таком виде знакомится? Она с тобой говорить не станет. Куба, ты же перепачкался от копыт до хвоста. Не вешай пятачок, Куба. Мы тебе поможем. Лебеди, конечно, не обещаем, но... привлекательным кабанчиком станешь. Это я тебе точно говорю. Куба, терпи! Красота требует жертв. Ну вот, Куба, теперь ты самый симпатичный кабанчик в лесу. Погодите. Чего-то не хватает. Куба, ты теперь, конечно, чистый, но какой-то невзрачный. Ну ты не расстраивайся. Сейчас мы тебя украсим. Помни, ты самый яркий кабан во всей тайге. Давай!
Да не расстраивайся, Куба. Девчонки просто ничего в красоте не понимают. А может, она просто не из тех, кого ярким видом привлечь можно? Так, чем же нам, то есть Кубе, тогда ее привлекать? Нужно совершить что-нибудь смелое, героическое. Подвиг! Точно! Куба, хочешь с волком подраться? А горную реку переплыть? Ну, хотя бы... большой овраг перепрыгнуть! Ничего не выйдет, Лео. Куба боится подвиги совершать. Ничего! Есть у меня одна идея. Стой, где стоишь, свинка! Сейчас я тобой поведаю! Ой, это волк! Бежим! Не бойся! Наш Куба, знаешь, какой смелый? Любого волка одолеет! Стаю волков! Нет-нет, Лада, стой! О, как больно ты меня ударил, герой! Ай! Ой! А я говорил, ничего не выйдет. Тебе, Куба. Ну, подумаешь, какая-то девчонка. Ты ей обязательно понравишься. Ты же такой, такой. Опоздали. Я не понял. Это что, Куба волка прогнал? Ну ты-то, небось, сразу бы сбежал. Я? Ну нет. Как сказал мудрец, будь собой, и перед тобой откроется сердце другого. Готов корабль в путь, летим по белу свету. Откроем мир чудес, нам ждать никак нельзя. Загадочные страны, моря и океаны всегда на помощь к нам придут. Тики Лео и друзья, Тики Лео и друзья, Тики Лео и друзья. Тики Лео!
Таинственная гостья. А я тебе говорю, не получится. Ты ведь леопард. А леопарды не летают. Это потому, что у леопардов крыльев нет. Точнее, раньше не было. Лео, да зачем тебе вообще эти крылья? Ну как это зачем? Будем вместе с орлами летать. Всю красоту тайги увидим. Ну, Дик, давай вместе. Не-не-не-не-не, я с орлами уже один раз полетал. Хватит с меня. Ну, как хочешь. А я сейчас полечу. Говорил, леопарды не летают. Наверное, крылья маловаты. Нужны лопухи побольше. Лео, ну хватит уже лопухи рвать. Пойдем лучше поиграем. Тик, ты иди, а я потом. Ну хорошо, приходи, когда налетаешься. Пернатый. Вау! Вот это да! Тик! Тик! Погоди! О, Лео! Что, налетался уже? Тик, я это только что в небе такое видел! Большое! С крыльями! Сову, что ли? Да нет же, не сову! Это штука такая летающая из дерева! И она где-то там приземлилась. Ой, не могу. Деревянная птица. Ну ты даешь, Лео. Совсем уже со своими полетами того замечтался. Не веришь? Ну и ладно. Я тогда сам один ее найду. Вау! Вот она. Деревянная птица. Да, это получше лопухов будет. Интересно, кто ее сделал? О, а это что? Следы. Какие странные. Чьи они? Чую, чую. Леопардика. И кого-то еще. Что-то незнакомое, новое, вкусненькое. Тик, ну хватит уже! Теперь моя очередь! Ага, сейчас! Еще чуть-чуть! Ух, как здорово! Тик, ты уже давно качаешься! Мы тоже хотим! Вот вы где! Я вам сейчас такое расскажу! Я такое видел! Огромную! Она по небу летела и... Погоди, погоди! Летающую деревянную птицу? Так, Лео ее тоже видел, а я ему не поверил. Правда? А где же сам Лео? Ушел на болото эту штуку летающую искать. Говорит, она туда полетела. На болото? А мапа говорил, что на болоте недавно волка видели. Волка? А Лео там совсем один. Скорее, бежим. Надо предупредить. Лео, Лео, держись. Эй, привет. Ха, ничего себе. Вот это прыжок. Ты кто? Чего тебе от меня надо? Да ничего. Я Лео. Я просто увидел ту штуку с крыльями и пошел ее искать. А почему ты плакала? Ничего я не плакала. Мы, обезьяны из племени хранителей, никогда не плачем. Кто тут у нас? О, новая зверушка. Такая аппетитная. Старый знакомый. Вот вы и попались. Скорее, бежим! Этот раз вам не уйти!
то умею грызть! Это мои друзья. Скоро они будут здесь. Правда? Пухленький кабанчик, вкусная ласка, рысь и тигреночек. Очень хорошо. О, нет. Тик, Мила. Твои друзья смогут его прогнать? Их надо предупредить. Яра, Куба, не ходите сюда! Кричи громче, леопардик. Они быстрее прибегут сюда. Что же делать? Я могу их предупредить. Кстати, меня зовут Лили. Ладно. Может, она и невкусная вовсе. Но уж леопардика я точно не упущу. Ребята! Вот она! Деревянная птица! Вот это штукенция! Ну где же Лео? Может, его схватили те, кто на этой штуке прилетел? А ну, признавайся! Куда вы дели Лео? Смотри! Зубы сломаешь! Говорят, леопардов есть плохая примета. Кто съест, у того вся шерсть выпадет. Правильно. Лучше быть голодным, но с шерстью. Бежим! Мы идем! Летим! Лео, прыгай! Лео, ты был прав. Ты это, извини, что я тебе не поверил. Да ничего, главное, мы летим! А теперь расскажи, Лили, как ты очутилась в нашем лесу? По своей глупости. С древних времен наше племя обезьян хранит сокровища джунглей. Но кто-то стал охотиться за сокровищем и едва его не похитил. Тогда мой отец, король обезьян, решил спрятать наше сокровище в тайном месте на острове посреди бурной реки. Добраться туда можно только по воздуху. Для этого папа построил летающий корабль. А я... Мне было очень интересно. И вечером, когда все спали, я забралась и поднялась в воздух, чтобы только попробовать. Но тут налетел ветер. Унес меня и утих только сегодня. Мне пришлось приземлиться, потому что в одиночку управлять кораблем я не смогла. И теперь я даже не знаю, где мой дом. И сокровище из-за меня в опасности. Не горюй, маленькая обезьянка. Я, кажется, знаю, где твой дом. Правда? Скажите скорее. Я слышал, что племя маленьких обезьян живет далеко-далеко на юге. Нужно много дней лететь так, чтобы по утрам солнце всегда было с левой стороны. И если рядом будут верные друзья, то никакие опасности не помешают. Ну где же мне взять этих верных друзей? Кто со мной полетит? Мы полетим! Полетим же! Да, полетим! Полетим! Слушай, Лили, а что это за сокровище такое? Это тайна, известная старейшинам племени. Я знаю только, что оно способно творить чудеса.
Оно может творить чудеса. Это сокровище будет моим. Мы должны добраться до него раньше пятнистого и полосатого, понятно? Спайк, а как мы до него доберемся? Как-как? По воздуху.